Доброе утро, друзья! Пословица гласит: утро вечера мудренее. Особенно это относится к воскресному утру, ведь оно проходит под вашу самую любимую музыку. В эфире «Утренняя почта» и я, ее ведущий Николай Басков. С утра пораньше с нами делится своей большой радостью Игорь Шумов из Челябинска. Здравствуйте, Николай, «Утренняя почта». Поздравьте меня, я наконец-то выплатил ипотеку. Хо-хо, поздравляю! И теперь смогу поехать в отпуск, куда захочу, а не к теще на дачу. А чтоб теща не расстраивалась, что не увидит любимого зятя на своих грядках, порадуйте ее выступлением Стаса Михайлова. Уважаемый Игорь, я всегда верил, что люди, выплатившие ипотеку, существуют. И вы лучшее тому подтверждение. Желаю вам наконец-то искупаться в море и позагорать на пляже. А для тещи подарок, как вы и просили, Стас Михайлов. Одинокая мечта, силуэт любви. Ночью стынут города, где-то бродишь ты. Между нами две судьбы, каждая мишень. Мои чувства поводырь в этот долгий день. Долгий день — это длинный, такой короткий, трудный день. Одинокий, но такой короткий, долгий день. Растворился ночи словно тень. Обманул, ушел, как прочий. Долгий день — это длинный, но такой короткий, трудный день. Одинокий, но такой короткий, долгий день. Растворился среди ночи словно тень. Нелегко любить вторым, ревность тяжкий плен, крайность чувства молодых, время перемен. У надежды сто дорог, я встаю с колен. Одиночество пророк в этот долгий день. Долгий день. Обманул, ушел, как прочий. Долгий день — это длинный, но такой короткий, трудный день. Одинокий, но такой короткий, долгий день. Растворился среди ночи, словно тень. Спасибо большое. Спасибо. Хочу вам признаться, я во всем люблю порядок. Даже ваши письма в моем ноутбуке отсортированы по времени поступления. Но, как выясняется, у каждого свои представления о порядке. Об этом написал Николай Курносов из Липецка. Здравствуй, утренняя почта. Моя жена насмотрелась дизайнерских сайтов и все в доме расставила по фэншую. Ну ладно в доме, она это сделала даже в моем гараже.
теперь ничего не могу найти. В итоге даже поругались. Хотел у вас попросить для нее в знак примирения песню, но не знаю какую. А вдруг она кажется не по фэншую? Николай, спокойно. Это просто надо пережить. Либо жена увлечется чем-то новым, либо вы, в конце концов, ну, привыкнете. А с песней, думаю, я не ошибся. Ведь она так и называется. По фэншую. В эфире утренней почты «Глюкоза». Кеша, скажи, через 100 метров поверните налево. Налево, налево. Ну, пожалуйста, скажи всю фразу целиком. 100 метров, 100 метров. Понятно. А я хотел поставить твой голос на свой навигатор. Но с такими подсказками я попаду не домой, а в аварию. Авария, да уж, как говорится, маршрут авария. Построен. Давай лучше читать письма, это намного безопаснее. Пишет нам Елена Ковалева из подмосковных Мытищ. Здравствуй, Коля и Кеша. В эти выходные я сдаю на права. Направо, направо. Да не направо, а направо. Тоже мне навигатор с клювом. С теорией у меня все хорошо, а вот с практикой не очень. Как только выезжаю в город, сразу теряюсь. На дороге столько всего. Знаки, пешеходы, ГИБДДшники, самые страшные, другие водители. Если можно, попросить их не выезжать на дорогу в ближайшее время. И мне будет спокойнее, им тоже.
Уважаемые автолюбители из Мытищ, если вы собрались куда-то ехать, задержитесь ненадолго. Как только Елена сдаст экзамен, сразу поедете. А пока посмотрите номер Юрия Аскарова. Поверните, поверните. Правильно, Кеша, повернитесь к экрану и посмотрите. Да, да, да. Друзья, кажется, в воздухе витает аромат удачи и успеха. Это означает одно. К нам в гости спешит любимчик Фортуны Николай Басков. Доброе утро! Прошу заметить, Фортуне я отвечаю тем же. Здорово. А это как? Очень просто. Я обожаю всех своих поклонников от мала до велика. И уж наверняка того, кто сегодня прислал тебе письмо. Конечно. Вот, дорогая Маргарита Нарышкина из Санкт-Петербурга. Уважаемый Николай, скоро у нас с мужем юбилей. 15 лет, как мы в разводе. Ничего себе. Получается, у вас хрустальный развод? Даже не знаю, что можно пожелать по такому поводу. Не отвлекай. Для нас это знаменательное событие. Ведь ровно 15 лет назад каждый из нас в плохом возлюбленном открыл хорошего друга и по-настоящему близкого родственника. Высокие отношения. Пусть для моего бывшего мужа прозвучит песня моего любимого певца Сергея Лазарева. Да, хорошо бы все разводы проходили в такой теплой атмосфере. А еще лучше, чтобы их было поменьше. Ну а для бывшего мужа Маргариты Нарышкиной и всех влюбленных поет Сергей Лазарев ароматом. И все-таки какие высокие отношения. Где бы такую найти? Что было между нами, но сжимается внутри, и никак мне не остыть ты. Дай мне фору, я склоняю взгляд, будто виновен, и себя не обмануть, из губ вылетит люблю.
Друзья, иногда вы меня очень удивляете, когда обращаетесь с вопросами, крайне далекими от музыки. Например, дизайнер из Геленджика Ольга Кузина интересуется. Николай, каждый год одна известная дизайнерская компания определяет главный цвет сезона в мире. К сожалению, в этом году я никак не могу найти эту информацию. Может быть, вы знаете, какой цвет сегодня в тренде? Ольга, первый раз про такое слышу. И очень надеюсь, что нет никакой известной компании, которая устанавливает главный звук сезона в мире. Я всегда пою только то, что угодно душе. И вам рекомендую поступать так же. Ну, раз уж вы меня спросили про цвет, то прямо сейчас я выбрал бы оттенок «Пьяная вишня». Именно так называется песня Кристины Орбакайте. Что ж, вот мы и подвели итоги нашего сегодняшнего хит-парада. Ну а кто победит через неделю, решать только вам, друзья. И еще, в хит-параде ваших стихов сегодня я присуждаю победу Марине Белоуховой из Тобольска. Мои любимые артисты поют любимые хиты, и озорные юмористы, их вновь мне, Коля, даришь ты. И делаю это с огромным удовольствием. С вами был, есть и будет главный исполнитель музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Я вам привез мою самую первую песню «Старая мельница». Будем подпевать вместе, хорошо? «Старая мельница», все перемелится. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат. Когда?